Конечно же, красть это очень плохо. Очень. Ну, красть реку это просто заслуживает настоящего сожжения на костре. К счастью, никто не крал, никогда не крал реку. Это, кстати, не река. Какой-то ч... что У... укрался что-то. В общем, водопад высох. Интересно, какой? Я хочу разочаровать США. Ну, не хочу, но придется. Ниагарский водопад высох. Интересно, почему? Ну, к счастью, это произошло только один раз. И теперь на озере Эри установили дамбу, так что Великий Ниагарский водопад больше не пересохнет. Вот, а далее, какие еще ужасные кражи вод были? Аральское море в Казахстане раньше было самым крупным озером в мире, но сейчас оно даже меньше озера Байкал. Оно высохло. Это просто ужас. Далее, украденная река. Как можно украсть реку? Конечно же, реку украсть нельзя. Но однажды, ну, есть две реки в какой-то стране. Слимс и Алсак. Они высохли. Что было очень плохо. Ну, вообще-то высохла только одна река. Слимс. Алсак? Нет. Еще одна кража в Америке. Это кража Великих озер. Но она произошла недавно. Но она произошла довольно много лет назад. Она произойдет много лет. В общем, она произойдет через много лет. Это великие озера Америки, Эри и Онтарио. Их никто красть не будет. И высушивать, и осушать тоже не будет. Они сами перельются в огромное сверхозеро. Еще одно место – это озеро Титикака. Его не видно, но я его вижу. Его не видно. Вот оно. Это озеро Титикака. Рядом с ним был ледник Чакалтая, который почему-то высох, а точнее растаял. Ну, пока что краж больше нет, слава богу.